Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем проходить карьеру Алекса Хантера, третий сезон FIFA 19. Огромное, ребята, спасибо вам за поддержку к прошлой серии, за ваши лайки и комментарии. Давайте побыстрее наберем к этому выпуску больше 1000 лайков. Ну а если вы новенькие и здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на канал. Также не забывайте прожимать колокольчик, а если вам не приходят уведомления, залетайте в наш телеграм по ссылочке в закрепленном комментарии. Там у нас все анонсы выхода серии, уведомления о стримах, новости, в общем, все под рукой. И там же в закрепленном комментарии ссылка на мой второй канал, где мы проходим различные сюжетные игры. Я всем буду рад, ребят, заглядывайте. Ну а мы продолжаем. В прошлой серии Алекс Хантер наконец-таки присоединился к мадридскому Реалу, сбылась его мечта. Ну а Дэнни Уильямс просто разнес Манчестер Сити своим выходом на поле. Он показал очень классную игру. И сегодня мы продолжаем, смотрим, что будет дальше. А дальше у нас тренировки. Сильно не нагружайся. Уильямс, на пару слов. Да, шеф. Ты летом занимался челночным бегом между буфетом и лежаком? Смешно, шеф. Да все нормально. Пара двойных тренировок, и ты в норме. Ты же любишь добавки, да? Круто. Вам бы в комики податься. Все равно тебе надо работать, чтобы освоить новую роль. Главный хочет встряхнуть состав на Лигу чемпионов. Двое на флангах, один в центре. Нагрузить защитников соперника. Нам нужно что-то новое на Лигу. Так у нас будет шанс застать всех врасплох. Но играть столба не совсем мое, шеф. Поверь мне, сынок, единственный твой шанс пройти в состав на Еврокубке – это научиться играть в центре. Ты уже готов, только игру головой нужно подтянуть. Играть столба, ну, я немного в детстве играл так. Если главный считает, что надо, главный то... считает, что так надо. Ладно. Подари себе возможность поиграть в Лиге чемпионов в этом сезоне, а не с трибун ее смотреть. Дэнни, ты и так всю карьеру, сколько мы за тебя играем, играешь в центре практически столба. Ничего для нас не изменится. Нам нужно улучшить комбинационную игру, а это значит лучше перемещать мяч. Поработаем над пасами. Но мы пока в стартовых 11, так что продолжаем. Неплохо. И забить. Ну, слушайте, нормально, нормально. Такая довольно интересная тренировка. Ранка получили. Теперь у нас вот такие вот столбики стоят. И нам нужно выдавать передачу партнерам. Желательно через вот эту вот стрелочку, да? Чтобы побольше получать... Надо просто сразу ответный пас давать, не думая. Окей. Хотя, слушайте, все равно, даже если ты отдаешь обратно не через стрелку, то все равно тебе 250 накидывают. Ну, мы на ранка сделали, тут несложно. Отличная тренировка. Очень рад видеть такую работу. Наш юный друг Дэнни Уильямс особенно впечатлил. Так, держи. Два новых сообщения. Мне кажется, все ждут, когда Уильямс наберет форму и начнет играть так, как он умеет. Посмотрим, может быть, это случится уже сегодня. Уильямс, забей хотя бы один гол ради меня. Давайте смотреть, с кем мы, ребята, играем. У нас пока что открылась дополнительная статистика. У нас есть характеристики талантами игрока. И у Уильямса они сейчас распределяются точно так же, как и у Хантера до этого, да? Так, давайте смотреть, что у нас есть по талантам. Видение поля. Дальше у нас есть
Плеймейкер, разгон, удар. Удар верхом, да? Так, мы забираем это. Мы забираем завершение и забираем точный удар. Это все нам пригодится. У нашей команды пока один матч, одна победа, 3 очка. И мы, ребята, движемся дальше. Игра против Вулверхэмптона. Две команды, Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед, в своем активе имеют после 2 игр 6 очков. Мы можем сейчас... с ними сравняться, если обыграем Вулверхэмптон. А самое интересное, нам сказали, что мы играем теперь столба с 2 флангами. Ну так фланги Виллиан и Азар у нас и так были. То есть, по сути, для нас, ребята, ничего не поменялось. Мы точно так же играли в Вестхэме, в центре. И сейчас будем точно так же играть в Челси. Так что... не знаю, что там тренер напридумывал. Может быть, это под какие-то расчеты других команд. Хотя, я честно скажу, сомневаюсь. Эден Азар. Передача на Вильямса. Вильямс! Попытка удара. Неплохо. Сегодня еще такой дождь идет, так что нужно почаще бить. Классный пас. Вильямс! Штанга. Вильямс! Еще момент, и здесь мяч летит выше. Хороший пас на Азар. Азар, удар. А вот здесь мяч залетает в ворота. Отличный голевой пас и хороший гол Эдена Азара. Но это прям, знаете, вот какая-то ностальгия по лучшим играм Азара, когда он был в Челси. Но он прям как нож сквозь масло вонзил мяч в ворота Вулверхэмптона. 1-0, 15-я минута. А вот здесь Уильямс подхватывает мяч. Соперник ошибся. Уильямс несется на ворота и забивает второй. А вот это было уже красиво, ребята. Вот это было уже красиво. Подловили соперника на ошибке. И посмотрите, Уильямс показывает, что он в прекрасной форме. Еле-еле, правда, на рывке убежали и пробили аккуратненько под дальнюю штангу. Гол плюс голевая. Мне кажется, это уже очень даже неплохо. Мне, знаете, почему-то кажется, что в этой части именно более такой душевный вариант карьеры именно за Уильямса. Как это вот было в первых сезонах Хантера. Но Уильямс! И снова гол, ребята. Вулверхэмптон посыпался. А Дэнни Уильямс делает дубль. После победы над Манчестер Сити наша команда как-то, знаете, воодушевилась. И вот здесь рикошет небольшой. Надеюсь, на Уильямса все-таки запишу. Да, да, гол Уильямса. 30-я минута. Подача в нашу штрафную. Кепа. Рискованно играл кулаками. У нас 3 минуты добавлены к первому тайму. Виллиан бьет и вытаскивает голкипер буквально из девятки. Мы, можно сказать, нокаутировали Вулверхэмптон еще в первые 25 минут первого тайма. Поэтому им довольно сложно было прийти в себя. Но второй тайм они начинают с атаки. И здесь справляются наши защитники. Подача. Забить! Уильямс! А вот и еще один гол. Герой хэт-трика. По-моему, Баркли, ребята, пробивал. Вратарь просто каким-то невероятным чудом справился с ударом, но дальше Уильямс. Тут как тут. Не успели, просто успели протолкнуть мяч уже в пустой угол. Но сейчас не хотелось бы пропускать на последних минутах. Хименес несется в штрафную. Прострел. И успевает Давид Луис. Выбивает мяч на последний угловой. Все. Победа, ребята. Победа 4-0. Мы говорим с Дэнни Уильямсом, героем матча, оформившим хет-трик. Да, ощущения просто волшебные. Все просто классно. В начале сезона тренер дал мне работу, и я пытаюсь ее выполнять каждый раз, как выхожу на поле. А когда все 11 человек делают свою работу, команда обязательно добьется успеха. То есть здесь есть и заслуга команды? О, да, конечно. Свой вклад вносит каждый. Я имею в виду от тренера до вратаря и до Марты, которая приносит нам чай. Это просто фантастика. У вас прекрасное отношение к делу, Дэнни. И болельщики это наверняка оценят. Спасибо. Да, без проблем.
И Дэнни получает карточку. Карточку информа, но у них на всех карточках то 75, то 78. Кто-то скажет в комментариях, что Дэнни такой у нас больше дерзкий парень, и что нужно постоянно отвечать на комментарии с огоньком, но я лично считаю, ребята, что когда у тебя есть вот этот вот шанс показать себя, когда тренер дает тебе шанс проявить себя на поле, нужно иногда повзрослеть, нужно перестать быть дурачком, шутом, клоуном, нужно сосредоточиться на работе и показать все, на что ты способен. Давайте быстренько почитаем полный набор результативных действий форварда в исполнении Уильямса сегодня. Уильямс сегодня отдает практически безупречные пасы. Челси получает 3 очка, Уильямс хорошо потрудился на поле, хороший знак. Уильямс вышел, чтобы завершить матч против Вулверхэмптона со счетом 4-0. Эй, Уильямс, забивай еще, спасибо, с уважением, довольный Болело. У нас также есть, ребята, новая кастомизация, давайте быстренько взглянем, что у нас здесь в гардеробе. Какие-то новые футболки. Так, есть еще длинный рукав вот такой вот, серые волны, новые штаны. Окей. Смотрим дальше. Внешний вид, скорее всего, да, новые татуировки. На шее, на руке. И также, скорее всего, новые бутсы. Но наши бутсы опять довольно счастливые получаются. В них Уильямс показывает себя довольно здорово. И у нас также рекомендуемое переключение сейчас на Ким Хантер. Как мы видим, Дэнни Уильямс и Хантер уже примерно на 20 августе, а Ким Хантер еще в июле. Ну что, поехали. У Ким тоже своя персонализация, это довольно интересно, одевать девчонку. И посмотрим, здесь тоже футболочки, маечки, 800 тысяч подписчиков, миллион подписчиков нужно, ух, ребята, 1 200 000. Да тут многие вещи просто так ты еще и не откроешь, не знаю, заработает ли Ким столько подписчиков, но будем надеяться. Так, внешний вид, здесь у нас есть еще разные прически, да? Вот такая вот с хвостиком, темненькая, здесь с прокрасом каким-то. То есть просто какие-то хвосты покрашенные, да? Ну, давайте пока стандартную оставим. Мне она, в принципе, нравится. И также внешний вид формы. Заправленная, расправленная. Короткие, длинные. Окей. Бутсы. У нас сейчас вот такие вот Nike. Есть высокие Nike различные, да? Вот такие вот Mercurial. Гетры, высота гетры, коротенькие. Давайте сделаем коротенькие, тоже такие. Как брат играет, пускай у нее тоже короткие будут. И смотрим, что в соцсетях. Имха, у нас есть игроки получше, которые должны играть вместо тебя, Ким Хантер. Болельщики женской сборной США приветствуют выход на поле Ким Хантер. Сегодня все следят за Хантер. Сможет ли она принести результат? Сможет ли США спастись? Ким Хантер, мы с моей второй половинкой сходили по твоему совету в закусочную Саймона. Теперь будем ходить туда. Ну вот, видите. Ким Хантер, поздравляю с первым матчем за сборную. Горжусь тобой. Это Алекс Морган. Это все у нас 3 месяца назад было, да? Бия Виланова. Выдающаяся юная футболистка. Предрекая ей блестящее будущее. Ну, возможно, после Хантера Би возьмет и Ким под свое крыло. Так, дамы, слушайте. Сегодня один из решающих матчей. Францию мы уже сделали. Да. Ладно, ладно. На сегодня играем с Канадой. Они заставят попотеть. А все потому, что они побили нас всего 3 раза. Последний раз в 2001. Дадите им 4-й шанс? Нет. Морган, Хантер, главный тренер ставит вас впереди. Она надеется, что это будет началом прекрасного партнерства. Партнерства, приносящего голы. Мы ее не разочаруем, верно? Вперед, США! Одна из задач для Ким Хантер – это выиграть отборочный матч чемпионата мира против Канады, как раз-таки, который сегодня у нас, ребята, проходит. Ну что, поехали. В одной из карьерных каналей у нас уже был герой Соединенных Штатов, вы помните его? Готовы? Тогда мы выиграли все, что можно. Давайте, поехали. Как-то на нее так все поглядывают. Но мы докажем все на поле. Я надеюсь, что сейчас не будет вот этих, знаете, нервов женских на футбольном поле. И что не получится даже нормально управлять.
Тим Хантер. Мы играем, кстати говоря, по схеме 4-4-2. Мы с Морган впереди. Но будем надеяться, что у нас получится хорошая связка. Тим Хантер не успела пробить. Такое чувство, как будто они меньше по размеру, чем модельки мужчин. Причем, что не просто чуть-чуть поменьше, а прям совсем какие-то маленькие. Канада идет в атаку. Удар по воротам. Ух, спокойненько. Удар Морган. Хороший пас. Морган лупит раз за разом. Еще один угловой. Ну же, Морган. И снова пас неплохой, но удар не получился. 20 минут позади. Удар. Забить. Мяч летел в ворота, но не получилось. Морган. Они прям не пытаются разыграть. Морган просто вот стоит ей получить мяч у штрафной, и она тут же лупит по воротам. Даже вообще не пытаясь как-то посмотреть на других партнеров. Ну же, Морган. Еще один удар от нее, но здесь мяч не пошел в створ. Ну вот вы видите, да? Вот 6 ударов, из них, наверное, ударов 5 одна Морган нанесла. Здорово, классный отбор. И надо подавать. Пошла подача. Ну же, Морган не добирается до мяча, к сожалению. И на этом первый тайм завершен. Пока 0-0. Ну, я так скажу, у Канады было немного моментов, но они такие были довольно опасные. У нас было куча ударов, которые, ну, мне были не совсем понятны. Морган! А вот здесь она делала пас. Зачем вот в этой ситуации было отдавать пас? Хорошая передача, здорово! Тим, передача в центр, ну же, Морган, забейте гол! Отлично! Отлично, ребята, 61-я минута. Наконец-таки Морган попала. Ну и классно разыграли с фланга. Мы заработали штрафной. Посмотрим, как сейчас исполнят удар над перекладиной. Неплохо. Ну же, Хантер! И гол, ребята! Вот это красотища! Хантер разыграла этот угловой. Точнее, эту комбинацию с угла поля. И как она ее замкнула. Мы перевели направо. Пошла шикарная подача в центр. И здесь вот такой вот прыжок рыбкой. Можно сказать, не глядя, просто на удачу. Но Ким Хантер забивает за 3 минуты до конца. Ну и все. Матч закончен. Победа 2-0. Результат матча положительный. По Франции так не подфартит. Серьезно? Мы побили вас, Трамбли. Помолчи. А ты кто? Ее мамочка? Как умно. Да что с ней? Тим Хантер купила билеты в Париж. У нас также есть таланты. Давайте прокачаем завершение. Так, удары верхом. Здесь у нас точный удар, слабая нога, удар шведой. Ну, давайте прокачаем еще и точный удар. А, у нас еще есть очки навыков, да? Ну, тогда качаем это. Так, слабая нога. Ну и удар шведой тоже качать. Тим Хантер, я тебя 100 лет не видел, когда в Мадрид заглянешь. Видела, как Хантер разделывается с домашкой по алгебре, лежа на столе наших физиотерапевтов. Очень здорово, что Тим Хантер в составе, у нее практически безграничный талант и потенциал. Квалификация завершена, давайте скорее чемпионат мира, США. Очень здорово, что Алекс Морган подает пример и берет Тим Хантер под крыло. Сразу открылась куча кастомизаций, всякой разной, новые штанишки тут всякие, да, юбки, шортики. Ну, ладно, пока оставим так, ребята, кроссовки. Кроссовки тоже есть всякие разные, давайте вот такие вот поставим, Air Max, да. Внешний вид. Что у нас тут? Еще новые прически, да. Вот такая вот, вот такая. Ну, меня устраивает, честно скажу, наша стандартная. Я не знаю, не особо хочу как-то что-то менять. Снова новые бутсы. Ну, с бутсами у нас вроде тоже пока полный порядок. Давайте смотреть, что будет дальше. У нас здесь сыгранность с Алекс Морган, так же, как была у нас Дели Алли в Атлетико Мадрид. Ну, будем надеяться, что мы сыграемся. У нее это рейтинг 90, вот почему она, наверное, так заряжена постоянно бить по воротам. Мы говорим с вундеркиндом женской сборной США по футболу Тим Хантер.
Ким, это были два очень важных месяца. Дебют в сборной, самая юная футболистка на отборочном матче чемпионата мира. Да, но я стараюсь об этом особо не думать. Я просто хочу и дальше показывать лучшую игру в своей команде. А как ваш брат Алекс к этому отнесся, учитывая, что сам он в сборную еще не получал вызова? В семье Хантеров, наверное, всегда серьезное соперничество. Алекс меня очень поддержал. Да, он отличный старший брат. Но лично я об этом мечтала с тех пор, как была еще маленькой. Вы говорили с Алексом после его перехода в Реал Мадрид? Как он там осваивается? Нормально, вроде. Я не так много с ним говорила с тех пор, как он переехал. Как он преодолевает языковой барьер? Это правда, что он учит испанский? Думаю, да. Да, мы наверное. Первые рассказали вам об этом, друзья. И последний вопрос. Как вам новая форма команды? А Nike — наш технический спонсор. Крутая форма. Да, форма выглядит отлично. Спасибо. Ну такой, решил узнать больше о брате каких-то подробностей, нежели заинтересован был в интервью с Ким Хантер. Бейте точно. И главное, сильно. Я хочу, чтобы работники стадиона сетки латали, когда мы закончим. Я вот только одного пока понять не могу, почему Хантер не играет в какой-то команде. То есть она как-то сразу в сборную попала. И это странно, на мой взгляд, немножко, нет? То есть, по идее, ты же должен играть в каком-то клубе, а она сразу какие-то проходила отборочные в сборную. Хорошо, все, ранка здесь получили. И еще в дальний, от штанги, здорово. И здесь тоже в ближнюю 9 попали. Вот она на тренировках бьет гораздо лучше, чем Дэнни Уильямс. Я скажу так, у нее прям хороший удар. Но вот во время игры, это примерно Хантер первого сезона. Когда на тренировке у тебя залетает практически все, а во время игры ты такое чувство, что по мячу попасть не можешь. Она приехала к Хантеру в гости. А ее даже никто не встречает. Чем я себе представляла. Когда Алекс не явился в аэропорт, я подумала, что перепутала день. Так что взяла такси. Уверена, шофер ободрал меня как липку. Увидел американку и подумал: туристка. 106 евро отдала. Ясно. Алекс за это заплатит. Заходи. Думаю, сможем сделать о тебе сюжет на следующей неделе после интервью спортивным новостям. Может, одновременно все сделать? Все равно вопросы будут одни и те же. Тебе нужно установить контакт с прессой. Каждый твой ответ они должны считать эксклюзивом. Именно так мы сможем укрепить твой бренд. Алекс! Алекс, не хочешь сказать привет своей сестре? Кэт, мы с Алексом пытаемся... Бедняжка не знала, что думать. Оказалась одна в аэропорту в чужом городе, а ты так и не появился. Что, никто в твоем эскорте напомнить не мог? Ханскорт. Мам, остынь. Сейчас мы закончим. Не затыкай меня. Лучше правильно. Решить, что для тебя важнее. Все это всего лишь мишура, Алекс. Думаешь, кто-то из них останется, если твоя карьера рухнет? Он? А может, он? Раньше семья для тебя была всем. Забыл это? А теперь ты себя окружил какими-то тусовщиками. И сам поверил в этот фарс. Кэтрин, мне кажется, сейчас продумай не время. Продумай каждое слово, которое сейчас скажешь мне.
А лучше завались просто. Пойдем, милая. Я этих людей больше видеть не хочу. Тебе надо поесть. Мам. Не мамкой. Да, что-то Хантер тоже звездочку, ребят, словил. Как-то прям так резко все, знаете, рубануло. Я в последнее время не узнаю своего родного сына. Я не это ожидала увидеть, когда покидала Лос-Анджелес. Я бы всю эту толпу на порог не пустила. Лучше бы Алекс был как ты. Ну, он просто делает то, что нужно ему. Хочу перед тобой извиниться. Нет, это Алекс должен извиняться. Бросил меня в аэропорту, здесь меня игнорируют. Это его вина. Нет. Мне жаль. Я, конечно, люблю отца, но иногда он ведет себя как полный идиот. Великие умы. Так, ужинать. Надеюсь, ты любишь хамон. Можете здесь встать? У меня есть идея. Тренируемся с девчонками на базе Реал Мадрид перед товарищескими матчами в Европе. Спасибо, старший брат. Новая порция тренировок. Так, нам нужно навешивать, да? И забивать. Я вот, кстати говоря, не знаю, на тренировке, если я буду забивать за Морган чаще, то это улучшает наши взаимоотношения в команде, нет? Ким Хантер старается сделать себе имя, и кажется, у нее это может получиться. Удачи в матче с Италией, я с тобой. У нас игра против сборной Италии, это товарищеская игра. У нас у Ким Хантер две скрытые задачи. Одну из трех задач мы выполнили, которая была нужна. Нужно было выиграть отборочный матч. Ну а две другие пока неизвестны. Может быть, нужно было забить гол. Может быть, сейчас нужно выиграть в товарищеском матче против итальянок. Посмотрим. Начинается игра. И сборная Италии уже идет вперед. Здорово. Ким Хантер хорошо действует в перехвате. Алекс Морган. Пенальти. Пенальти, конечно же, сбивают Ким Хантер. И главное... Главный арбитр сегодняшнего матча указывает на точку. Не пустили нас вперед. Видно, как вот здесь рукой она немножко придержала. И Алекс Морган у 11-метровой отметки. Ну что, забивай. Разбег, удар. Она не попадает. Не попадает в створ. Что-то вот с пенальти на искусственном интеллекте. Какие-то проблемы. Ну же, Ким Хантер. Удар. Скидка будет от Алекс Морган? Нет. Ким Хантер. Удар в дальний. Штанга добить. 1-0. 1-0, ребята. Ну вот снова наши усилия помогают команде забить. Жаль, конечно, что это не наш гол, это не голевая передача, но тем не менее мы поучаствовали хотя бы в этом забитом голе, прицелились, ударили шведкой. Ну а здесь добили уже в пустые. 4-3 по ударам в пользу нашей команды, но мы и смогли забить и смогли еще не реализовать 11-метровый на второй минуте заработанный. Жаль, конечно, что Алекс Морган не забила. Смотрим на указания главного тренера. Итак, нам нужно забить. Пролетаем через всю штрафную, удар. И здесь накрывают. Ким Хантер. Момент, удар. Голкипер отражает. Подача. Момент, удар. Спасает голкипер. Но, видимо, ребята, сегодня мы не забьем. Главный арбитр добавил всего лишь 2 минуты. Полторы из них уже истекли.
И все. Мы выигрываем, мы не забиваем, но тем не менее, можно сказать, после нашего удара сборная это и забила. У нас есть новые характеристики, и я предлагаю тогда качать уже как раз-таки вот сюда, где у нас будет разгон. Это у нас офсайдная ловушка, ну и будем на разгон копить еще один навык. С нетерпением жду возможности посмотреть чемпионат мира и подписать талантливых игроков. Тренироваться с девчонками на базе Реала было круто, Ким Хантер. Передай спасибо братишке Алексу Хантеру от меня. США эта победа нужна как воздух. Ким Хантер результат сделала, но осталось ли у нее порох в пороховницах? Очень на это надеюсь. Победа есть, футболка Ким Хантер есть, хорошее настроение есть. Мы, ребята, в следующей серии будем продолжать. У нас, как мы видим, рекомендуемое переключение на какого-то нового героя. Вы поддержите видео лайком, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.